Что касается дружбы славян, Россия на протяжении уже очень многих веков играла роль козла отпущения, вступая в Первую мировую войну из-за братьев славян, потом огребая по полной из славян. И эти братья славяне сейчас не очень любят русских. Это всего лишь значит, что Россия большая, мощная, потому что Украина ничего не говорит о том, чтобы отделиться от Черногории, например. Ну, что такое Черногория? Мы большие, мы должны нести на себе груз того, что нас боятся, ну, а может, уважают.